Грузинский домик – душевное место, где гостеприимно встретят и накормят со вкусом. Свой профессиональный праздник отметили и работники ЖКХ. В Клинском округе жилищно-коммунальный сектор объединяет почти 4000 работников. Среди них специалисты разных и таких полезных профессий. Самых добросовестных профессиональный праздник торжественно отмечают. Евгения Цветкова продолжит. Награждаются. Золотухин Сергей Николаевич, начальник котельной ХМУ «Клинские теплосети». Их образно называют «золотые руки», потому что поддерживают и создают цивилизацию быта. Работают в авральном режиме и по графику, спокойно реагируют на раздражение и упреки. Пререкаться особо некогда. На плечах ЖКХ – сектор коммунального хозяйства округа. Сегодня хочу, чтобы вы слышали только слова тепла, доброты, признания и уважения, поскольку вы этого достойны каждый день. Это действительно труд, тяжелый, титанический, ежедневный труд. Я не перестану говорить, что для меня система ЖКХ приоритетна наравне с образованием и здравоохранением. Спасибо вам большое, с профессиональным праздником вас. 4000 боевых единиц. Почти армия против протечек, засоров, заносов и завалов. Клинский округ обслуживает 8 управляющих компаний, 28 РЭО и 4 ресурсных организации. Здесь своя история и свои герои. Самые заметные, конечно, семейные династии. Например, на предприятиях водоканала их две. В водоканале у меня начал устроился работать мой отец. Проработал там, потом позвал меня. Вначале на экскаваторе работал, потом закончил институт. И устроился, взяли мастера. Мне нравится помогать людям, чтобы у людей была вода, чтобы домой они приходили и могли воспользоваться всеми благами цивилизации. В профессиональный праздник специалистам коммунальной службы желают здоровья, хороших премиальных и, конечно, безаварийной работы. Отопительный сезон этого года проходит без срывов, а значит, работать наши умеют, как и отдыхать. Песня о любви, которой не было, о любви, в которой было бы. Все, о чем давно мечтаешь ты, о чем бы не подумал ты. Евгения Цветкова, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.